Всем привет, ребят. Ну что, сегодня, как обычно, на английском сервере у нас трешачок. Добавили новую акцию, добавили топовые плюшки. Я, как всегда, сейчас вам ее покажу. Так, надо бетонцев еще докачать. Так, что у нас сегодня есть интересного? Ну вот, продают уже Леда Феникса и топовые итемы на прокачку. Так, тут даже эти фрейка за десятку. Ну, все как обычно, как видите. Это английский сервер. DL-пак вот такой вот, 1 плюс 1 получается. Кучу книг. Также такой пак есть. Ну, это все остальные паки. Помимо этого есть хрустальный сундучок, вот такой вот, довольно-таки неплохой. Последний пак тоже хороший, как видите. В общем, можно докачать сегодня всех героев на девятке. Помимо этого также есть вот такая вот акция, это самая интересная, наверное, акция для бездоната даже. Вот, вы можете выбрать вот такую вот награду, как видите, два мешка охника на протяжении 7 дней, скин, вот вторая награда, Ронин, либо герои, и еще вот дополнительно такие вот герои. Что нужно тут делать, сейчас я постараюсь перевести. На протяжении ивента вы можете открыть сундучок один раз на день, то есть раз в сутки дается попытка. Также, ну, она обновляется 0-0 по серверному времени. Выберите сундук с листа. Пожалуйста, заполните. Вы можете выбрать только один сундучок, который вам нужен. Количество дней найти, чтобы открыть этот сундук, написано внизу. Вы гарантированно выиграете сундучок после пройденного времени, ну, то есть после количества дней, которые под ним, когда они пройдут. Но также вы имеете шанс открыть намного раньше. Вы начинаете поиски после выбора сундука. Каждая попытка найти дает 2000 кгшек, если я не ошибаюсь. Шадзе здесь кгшки. Даже после того, как вы найдете сундук, you will be not able to find another. Вы не сможете найти. Вот так вот, короче. То есть один сундучок нам дают. Давайте посмотрим награды, какие здесь есть. Что здесь есть интересного. И пойдем пройдемся еще по акциям на других серваках. Так, ну что могу сказать. Огника 2 мешка. Ну, в принципе, неплохо. Конечно, тут шансы вытащить что-то нормальное не идти. Череп. Коробка на, ну, тут с этого Ронина, кстати, кому не хватает, я думаю, вот Ронин — это самая такая интересная награда. Ну, тыковка, думаю, у всех там есть. В начальных аккаунтах я бы, наверное, советовал все-таки Ронина забирать. Даже не коробку, не черепа, не эти две, потому что там выпадет по одному осколку или сколько там. Ну, в общем, вот как-то так. Ну вот как-то так, ребят. Ну вот Festival Deals, то есть покупаете этот пак, получаете один в подарок. В принципе, неплохо. Какие тут? Ну вот восьмые Prime руны дают, вообще супер. То есть можете получить топовые рунки еще. Отлично. Такс. Хорошо, с этим мы разобрались, поехали дальше. Смотрим, что у нас есть на русском сервере. В общем, как-то так.
Неплохо, неплохо. На английском сервере же говорил. Более всего интересно играть, я на русский даже сервер забил, так иногда захожу. Практически не фармлю, не знаю, надоело. Так, у нас сегодня, как обычно, раз в 2 недели коллекционер. Ну, в принципе, учитывая, что отсюда падают топовые герои, в принципе, неплохо. Ледяной Феникс. Ну, такое, если вы видели награды на этом, хотя, в принципе, относительно... А, Прайм Руны 8, ну, это круто. Так. Ну что, давайте попробуем рольнем. Сороковочку. По боевику. А вдруг упадет? Хочу по 150. Посмотреть Асурик. Заклинательница. Варлок Кенди. Ну, падает вроде неплохо. Ара. Эйка. Ну, я первый раз два вытащил по 150. Королева Гарпий. Ну, это было, наверное, совпадение. Хотя я на английском точно так же вытащил. За пару тычек. Так, ну чё. Ну, шансы, как видите. Атлант, Призрачный Всадник. Трон. Ну, честно говоря, такое себе. Интересно, за сколько мы слизней соберем, посмотреть. Они вообще не падают. Что, опять шансы порезали? Капитан Дрейк, Атлант. Череп, Триант. Ну, слизнями, я смотрю, все реально очень плохо. Карташка, Командора, Медуза, ничего себе. Махатма даже, нифига себе. Так, ну вот мы 30к переролили, или 40 там к, да, 40. Ну, слизней собрали, в принципе. Удивительно, удивительно. Ну, сердцеедка, ледяной феникс. Ну, давайте попробуем. Анубис, нифига себе. Ну, все как обычно. Хранитель опять, Седна. Я не могу без щитов не ролить. Так. Паладин, по-моему, был, если не ошибаюсь. Ну, Ледяного Феникса мы бы увидели. Там надпись, блин, вылазит. Кристаллического эктоплазма. Так, Дед Мороз, Тыква. Все, я вошел в кураж. Пупчик, Друльчик, Одер. Имка. Атлантик. Ну давай. Ну вот смотрите, как начали падать. Я Хрон, Дрейк. Сердцеедку даже вывели, неплохо. Жесть, смерть не можем выбить. Ладно, там ледяного. Ледяного на английском уже так продают. Дедушка. Призрачный. Еще одна Махатма. Ну, что это такое? Блин, бабулька. Обзорчик будет. Просто жестокая сутикаха. Вот смотрите, уже 100к. Ну, я вам скажу, вроде и падает. Капитан Рогатка, Паладин, Леди Лео. Наверное, надо замедленнее. Еще одна Леди Лео. Дракула, ну, видите. Сбавили обороты. Начали хоть легенды проскакивать. Друид Хрон. Вот смертушка, ну все, у нас остался Бигфут. Осталась только одна летающая фигня.
Все как обычно. Стрелок, суккуб, Варька, нифига себе. Афинку вытащили. Я чувствую, уйдет роллинг, как и в прошлый раз. Ну, в принципе, шансы мы видели, что достать можно в районе 40к, поэтому я как бы в районе 40к собираю аккаунты. Есть что посмотреть. Я могу и ниже ролить, но это будет 1-2 минуты, честно говоря, этим, ну, перезаход будет дольше занимать, чем сам ролинг, поэтому из-за этого, ребят, неинтересно. Кому интересно ролить, кидайте заявочки. У меня сегодня есть целый день, поэтому времени хватает. Жесть, ребят. Его, по-моему, сюда даже не ставили. Ну, конечно, ставили, но... Давай, ледяного. Ворожей, вот так вот, вала-вала. Медуза, ну мы уже все выбили, что имбовое. Рей только я не видел, по-моему. Вот видите, ледяного сволочи не хотят давать. Хотя он, по сути, нафиг не нужен. У меня еще один валяется, но чисто ради интереса уже. РТшка. Варлок. Дрейк. Ну, сыпет, сыпет полным ходом, но ледяным даже не пахнет. Ладно, давайте еще до 3 лямов. Оставим до 1. Рибит. Варлок. Рибит опять. Ну что такое? Пара. Не падает вообще. Драка спал. Химка. Это жесть. Зачем я сюда заходил? Ну, по сути, тут самое только для роллинга и нужны сейчас. Больше у нас в игре нечего делать, особенно на русском сервере, поэтому. Булька. Малышник, фея. Ну, посмотрите, падает все, что хочешь. Череп. Жалко, нету статистики по легам, сколько ты убиваешь, ворожай. Рон Медуза. Ну, как видите, падает. Нехти, давайте на ускоренном. Малышник, друид, варлок. Мне показалось. Да, мне показалось, думал, что выбил уже. Рыцарь тьмы. Считайте, 340к Бугимен с Лилия. Нифига не выбили. Душ. Ну, я надеюсь, мне если не упало, то пойдет хоть на аках подписчика. Одному-то я уже точно заролил офигенно. Так, ниндзик. Паладин. Ну, падает, как видите, магазинного говнеца
До хрена. Ронин даже упал. Ну, такое. Бигфутов набили, я не знаю сколько. Ара. Фрея даже упала уже. Все, это уже все, что можно было, вытащили. Бог грома только лиды. Вот он, наконец-то. Ну, в общем, 320, ребят. С вас лайки. Вот такой вот у нас роллинг. Собрали все. Получается, если мы перед нами только засмотрим, мы просто разделим тут определенные герои. Так, окей. Окей. Получить все. Ну, вот такие вот плюшечки с Коли получили мы. В принципе, неплохо. А что у нас тут есть еще? Наборчики. А, сегодня завезли наконец-то 1 плюс 1. Можно собрать накраса за пак. В принципе, тоже довольно-таки неплохо. Вот такой вот и 100 пунчбоксов плюс коробки. Неплохая тема. Вот так вот, ребят, весь коллекционер. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.